Подтверждаю, зажигание включено. Операция в действии. Давай, сука. Сопределяющий сенсор высоты. Поставить на 500 метров. В зоне выброса будем спокойный. Отклонение будет минимальным. Полагайся на сенсор высоты. Пускайся на постоянном тоне. Установлено. Кислород включен. Красный включен. Красный включен. Красный включен. Красный включен. Дима опустил платформу. Заперты кодом. Хорошо, мы можем их слышать. Хорошая идея насчет машины. Давай следовать дороге. Последние спутники его изображения показали большую оживленность на вилле.
У нас всего лишь 30 минут, может даже меньше. Знаешь, а если сразу поедем на виллу? Окна затемнены. Они подумают, что мы патруль, сразу пропустят нас через ворота. Не-не-не, не рассчитывай на это. Смотри, мешайся с конвоем, мы проследуем за ними внутрь. Молодец. Может быть, счастье на нашей стороне. До этого никогда не было. The Americans are coming. They're near Gilad Valley. Get everyone back here now. We're leaving. Sir, the airspace is problematic. I'm aware of the situation. Just do what I say. Отлично. Он совершенно не догадывается, насколько мы близко. Все равно это будет впритих. Нам нужно быть готовым ко всему. Кирилл будет первым. Я пойду вторым. Дима, подстрахуй нас, где нужно. Будь готов к изменению. Помни, Гру хочет взять Кафарова живым. Но самое главное, это ядерный чемодан. Блядь. Стоит так он расстоянии. Давай, будем делать это. Готовься. Ворота! Ну что ты ждешь? Что ты ждешь? Давай, 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 ну! Блядь! Вон, белый гист. Дима, они нас не пропустят. Возьми, который спереди. Жди моей команды. Жди, жди, жди. 3, 2, 1, давай! Дверь трави. Дверь будет держаться какое-то время, давай. Вон там контроль на комнате. Ехали. Дима, давай туда, открой ворота. Неожиданности пропал. Это все равно произошло. Давай, пошли. Сэр, enemy forces confirmed on the ground. Are they American? We'll know shortly. Попало, блядь! Блядь!
нет. Сзади нас, справа. Что ты, ой? Давай, Кирилл, ты и я снаружи. Я видел дверь сзади нас, справа. Обойти дом, чтобы пройти на вертолетную площадку. Чистый инвентарь. Кирилл со мной.
Double with Russian jets. Americans are closing in. I don't care. Notify me when you find me now. Это прошло с другого конца школы. Они полностью там не закрепятся. Kafarov is on the way to the helicopter. Hold them off and then fall back to the main gate. Миш, давай, давай, двигай! Была дверь сзади. Дима, посмотри, можно ли их обойти. Дверь в пару метров.
ребят, я пас! This key goes to a safe deposit box in Geneva. Take it. Take everything in it. I don't have them! Do you understand? It's not me you want. It's not... It's Solomon! Listen, I have information about Solomon. I know what he's planning. I know where the suitcases are going. Let's make a deal. My freedom for information. You let me go, I tell you everything. I tell you where Solomon is going, I know what he's doing and where... So you drive there. You and whoever's left, you, Cole Montez. Now, if I'm in your shoes, I'd be thinking about my friends. I'd be wondering what I could have done differently. I might even be wishing it had happened to me and not them. So you get to Kafarov's villa, ahead of the main forces of Russians, ahead of everybody. Not everybody. Dima was there, wasn't he? And you made a decision. You made a fucking momentous decision about your life and your allegiance. About how much you're willing to do for your country. You don't know anything about the decisions I had to make. Tell us what it was then. Convince me. We split up to search the villa. I was alone. Not do anything stupid. This piece of shit right there I stole.
3 nuclear devices from Russia and sold it to a man called Solomon. Solomon's using the PLR. He has at least 2 targets, New York and Paris. He's using public transit to move the weapons. He's going to detonate the New York device at Times Square very soon. This cannot happen. We can avert war between our nations. Just 2 of us. No politicians. No money changing hands. Just 2 soldiers speaking the truth. Help me. Help me to do this. That's it. I have to leave now. You don't shoot him, millions will die. Get down on the ground! Remember, do whatever you have to do to stop Solomon's plan.